Владислав, здравствуйте. Вы вот мастер айкидо, давайте прокомментируйте, что вы сегодня видите. Ну, я бы так сказал, ребята молодцы. Ну, потому что если что-то они не знают, но в борьбе, ну, может, удар у них так, хороший. Смотри. Не, ну что удар хороший? Кого смотреть? Вот, мастер? Я хочу сказать, что во время борьбы, вы даже сами знаете, иногда делаете те приемы, которые вообще не отрабатываются. Потому что вот ваш организм вам подсказывает в данной ситуации сделать вот такое движение, как я называю, внутренний компьютер, раз выдал такое решение. Вот мальчик делает то, что я хотел дальше показать, дальше связка идет. То есть я покажу вам снизу заведение, а он делает сверху, покажи. Уверен, нет. И сами кого не видите. Вот. Это то же самое движение, только уже сверху. То же самое движение. Кому-то легче будет, например, соперник, если очень низкий, но под него залазить тяжело, а здесь сверху гораздо легче. Вот. Потом еще можно сильнее это движение сделать, например. Но там, к сожалению, ну это дзюдо запрещено сейчас, а скажем, у вас это можно делать, особенно вот кто гнется. Я делаю это движение вообще плечом. Представляете, какая мощь здесь. Вообще трудно защититься, да? А еще можно это движение усилить. Видите, манило. То есть я вот в это движение зашел. Вот он манило. Ну не знаю, получится ли это. Мурсал, да. Это не жестко. Это грамотно. Это грамотно. Жестко и грамотно. А? Два в одном. Мурсал говорит, что это жестко, а я говорю, что это грамотно. А отсюда же это запрещено, да? Раньше можно было, сейчас запрещено. А в самом интересном? В самом можно. Мурсал, ну скажите, как вам то, что вы сегодня видите? Честно сказать, я в восторге. Я очень рад, что такой человек посетил наши занятия. Ребята давно ждали увидеть такого опытного тренера, работника физкультуры. Поэтому я сейчас им подхожу, каждому говорю: ребята, давайте, читайте. У вас в глазах должны гореть. Для нас такой человек – это редкость. Пока есть возможность. Спрашивайте, задавайте вопросы, интересуйтесь. Поэтому, Роман Георгиевич, в первую очередь, благодарю вас за такое сокровище, знание. Тогда, Мурсал, давай, иди туда. Я продолжу. Владислав. Я наслаждаюсь. Ну, скажите. Со стороны, с точки зрения айкидо. С точки зрения моей. Это все айкидо, между прочим. Да, с точки зрения моей. Как происходит? Раньше мы охотились за прием. То же самое прием. Да, охотились за прием. А теперь мне интересно, как методика. Из одного складывается два, потом три. Соответственно. Ну, это как раз может даже у вас не будет. Да. Цепочка надо у вас. Да, все поэтапно. И уже разные формы. Единственное, я тут, чтобы ребят не перегрузить информацию, а то... Компьютер может перегреться. Зависит. Хорошо. Так, еще что вы можете сказать, Владислав? Мне нравится. То, что ребята очень хорошо проводят время. И сейчас все вспотеют, устанут, и на глупости будет уже ни сил, ни желания, ни времени. То есть это все прок. То есть это борьба с глупостями? Нет, это не борьба с глупостями, это борьба за будущее. Спасибо. Ну, это хорошо. И можно бежать сразу. Работа.